Медицинский центр «Новое зрение» – офтальмологическая клиника с премиальным качеством услуг. На Брещине работает уже 3 года. Сколько пациентов получило квалифицированную помощь, здесь не ведут учет, но запись к докторам расписана на месяцы вперед, и это неудивительно. Спектр услуг и качество их оказания достойны внимания и уважения. Здесь диагностируют, лечат и оперируют пациентов с различной степенью нарушения зрения. И самое главное, здесь работают специалисты с большой буквы. Об этом говорят сами пациенты. Уже через несколько часов человек начинает видеть совсем по-другому. У меня очень плохое зрение, когда проверялась, буквально даже первые строчки не видела, поэтому жизнь была тяжелая. Вот. А после операции это как вторая жизнь. Все здорово? Да, все идеально. Я вышла уже буквально на следующий день, я видела абсолютно все. Было у меня ужасное зрение, -9, это ужасно, это много. Сделала операцию в пятницу, сейчас я вижу 1, то есть я ощущаю себя абсолютно по-другому, у меня другой мир, я все четко вижу, это просто какое-то чудо, у меня восхищение, изумление и благодарность только врачам. Современные медицинские технологии расширяют человеческие возможности. Сегодня врачи-офтальмологи медицинского центра «Новое зрение» помогают многим категориям пациентов. Современные лазерные установки позволяют докторам оперировать пациентов с близорукостью до -20, исправлять дальнозоркость и астигматизм до 6 диоптрий и более. Это лазерная коррекция зрения, процедура, востребованная среди молодого населения. Внедрение современных подходов в лечении, новейшая техническое оснащение – это то, на чем строится работа всех клиник «Новое зрение», которые успешно функционируют не только в Беларуси, но и за рубежом. Все клиники оказывают одинаковый комплекс офтальмологической помощи. Это как лечебно-диагностический процесс полный, так и полный комплекс хирургической помощи. Витриоретинальная хирургия, операции на сетчатке и стекловидном теле, катарактальная хирургия любой степени сложности, операции на хрусталике, удаление как мутного хрусталика, так и удаление хрусталика с рефракционной целью, когда пациент хочет избавиться от нескольких пар очков или поправить остроту зрения вдаль. Также широко развито и востребовано такое направление, как эксимер-лазерная коррекция аномалий рефракции. Востребованы сегодня и успешно проводятся в новом зрении операции, направленные на восстановление анатомических взаимоотношений между стекловидным телом и сетчаткой, витриоретинальная хирургия. На современном уровне проходят операции по удалению катаракты. Хирургия этого заболевания сегодня одна из самых востребованных. Это безболезненная, бесшовная, малотравматичная и безопасная операция, которая длится около 15 минут, при этом не требует длительной реабилитации. Катаракта на сегодняшний день самая реабилитирующая операция, быстрая, эффективная, безболезненная. Поэтому пациенты оценили это, бояться не нужно, страхи нужно ставить позади. Результат можно получить 100% уже на следующий день, если ситуация не затянута. Либо подождать какое-то время, и зрение восстановится максимально, насколько возможно, как бы позволит состояние общего организма сейчас. Зрительного нерва. Поменял оба хрусталика в левом и правом. Трифокальные хорошие линзы поставил. Начинает восстанавливаться. На один глаз 2 недели прошло, на второй неделька. Уже начинает дружить друг с другом. Вижу мир немножко ярче, четче. Качество жизни поменялось? Конечно. Меняется и еще, я надеюсь, станет еще лучше, потому что все в процессе. Мы все имеем право на качественную жизнь, и именно этим обоснован слоган «Видение-2020. Право на зрение» сегодняшней кампании, приуроченной ко Всемирному дню зрения. Именно этот слоган является основополагающим для всех сотрудников «Нового зрения». За 3 года работы «Нового зрения» в Бресте создан бренд, которому доверяют.